На центральной площади города Одинцово состоялась встреча сотрудников Одинцовской госавтоинспекции и представителей клуба «Активное долголетие». Автоинспекторы напомнили пенсионерам основные правила поведения на дороге, уделив особое внимание безопасному переходу проезжей части и необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток и при пасмурной погоде. Дорожные полицейские отметили, что так пешеходы становятся более заметными. Зачастую именно это помогает избежать ДТП с наездом.